Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 39 килограмм, и в своих видео я делюсь своим личным опытом, разрушаю мифы и стереотипы о похудении, и, конечно же, с удовольствием делюсь с вами рецептами, потому что ответ на вопрос «Что съесть для того, чтобы похудеть?» очень-очень важен, я бы сказала, он архиважнейший. Итак, сезон кабачков, лето, вы знаете, я просто обожаю кабачки, просто обожаю простые и быстрые рецепты. Сегодня эти две вещи сойдутся. Будет рецепт кабачкового ленивого пирога, потому что я правда ленивая женщина. Итак, что нам понадобится? Очень мало ингредиентов, очень мало времени, восхитительный кабачковый сочный летний результат. Давайте взглянем на наши минимальные ингредиенты. Вот он наш красавчик, молодой кабачок. Я его очистила от кожи. 4 куриных яйца, 150 грамм сыра, я его натерла на крупной терке, сыр у меня российский 45% жирности. Здесь у меня 50 грамм укропа, это ровно половина пучка. Вы можете использовать сушеную зелень, либо ту зелень, которая есть у вас, либо совсем от нее отказаться. Самое настоящее сливочное масло, у меня его 40 грамм, я его предварительно растопила в микроволновке. Я буду добавлять 6 зубчиков чеснока, потому что я очень люблю чесночный вкус сочетания зелени, кабачка и чеснока. Кабачок, чеснок, зелень, сыр – это восхитительнейшее, что может случиться. Конечно, вы можете уменьшить количество чеснока, убрать его совсем, либо использовать сушеный чеснок, это тоже допустимо, все это делается по вкусу. И практически секретный ингредиент – это самый обычный тонкий лаваш, который мы будем использовать для приготовления нашего кабачкового пирога. Лаваша у меня 350 грамм. И, конечно, как всегда по вкусу, я добавлю соль и смесь перцев. Быстренько приступаем к приготовлению, и не забудьте включить духовку на 180 градусов, я уже включила. Первым этапом мы натираем кабачок на крупной терке. Кабачок уже готов. Мы продолжаем. И еще хочу обратить ваше внимание, что именно в этом рецепте кабачок мы не отжимаем, солить его сейчас тоже не нужно. Просто оставляем натертый кабачок и приступаем к следующему этапу приготовления. Теперь в мою красивую новую яркую розовую миску я разбиваю 4 яйца. Яйца я разбила в миску. Теперь присаливаю по вкусу, перчу. Следующим этапом я добавляю туда растопленное сливочное масло. Я его растопила заранее, поэтому оно не горячее, уже тепленькое. Теперь я перемешиваю яйца, соль, перец и сливочное масло. Тоже очень просто, совсем тоже быстро. Следующим этапом мы будем добавлять уже сюда чеснок, сыр, который мы натерли 150 грамм, и половину пучка укропа. Яично-масляная смесь готова. Теперь я прям туда отжимаю чеснок. Чеснок я уже отжала. Следующим этапом я добавляю туда весь сыр, зелень укропа и перемешиваю еще раз. Все, уже аромат пирога начался, потому что мы добавили чеснок. Аромат укропа — это просто что-то. Теперь отправляем кабачок. Все, теперь с этим мы уже закончили, и нам нужно будет разобраться с нашим лавашом. Это тоже очень быстро, очень просто, я вам обещаю. Еще раз перемешиваем это все до однородной консистенции. Вы видите, венчиком это получается замечательно, очень удобно и очень-очень сочно и, конечно, чесночно. Теперь можно нарвать лаваш миленько руками. Я ленивая, поэтому буду его нарезать. Я его разделяю сначала на две части и каждую часть тоже буду уже нарезать отдельно. Вторую половину лаваша я уже тоже подготовила, и мы сейчас смешиваем все ингредиенты. Сейчас я просто насыпаю туда лаваш и тщательно перемешиваю. Времени какого-то, чтобы это все смешалось, на самом деле не нужно. Все во время запекания сготовится, смешается и будет отлично. Поэтому сейчас я просто тщательно все это перемешиваю, и мы с вами будем уже отправлять это все в форму, которую я смажу сливочным маслом, которое у меня осталось на мисочке. И еще напоминаю, что духовка нам нужна на 180 градусов, конечно же, разогретая. Вот такой милой желтой кисточкой я смажу милую оранжевую форму. И теперь я просто наш будущий пирог перекладываю в форму для выпекания. Вот такая ароматная красота получилась уже. Теперь я отправляю наш ленивый, супер быстрый кабачковый пирог с лавашом в духовку, которую я разогрела до 180 градусов. В моей печке такой пирог печется 40 минут. Мы с вами, как в сказке, через 40 минут встретимся и увидим восхитительный супер-мега ароматный результат. И, конечно же, разрежем пирожок для того, чтобы видеть, какой красивый он получился. Вы просто должны это увидеть. Прошло 40 минут,
И как в сказке, результат просто сказочный. Посмотрите, какой красавчик у нас получился. Вот такой супер красивый, ароматный, пышный, быстрый, ленивый кабачковый пирог с лавашом. Сейчас он немного остынет, я соберу всю волю в кулак, чтобы подождать 15 минут. И, конечно же, покажу вам, как он аппетитно выглядит на разрезе. Вы просто должны это увидеть. Посмотрите, какой он красивый и нежный, сочный. Просто восхитительный. Уже манит нас скорее с ним познакомиться поближе. Что мы, конечно же, сделаем. Посмотрите, какой красивый на разрезе очень-очень сочный пирог. Он пропекся. Рецепт, как всегда, самый простой, супер быстрый, а результат просто гениальный. Я рада, что сегодня с вами поделилась таким классным рецептом. Я уверена, что всем тем, кто любит кабачки так же сильно, как и наша семья, этот рецепт придется по вкусу. И, конечно, в нашем питании важно разнообразие, и такие рецепты помогают его внести. Такой пирог я рекомендую подавать со сметаной, это будет просто восторг. Для того, чтобы оценить нашу работу, просто поставьте лайк. Нам будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь скорее. Нас уже 60 тысяч. Я приглашаю вас в наше классное позитивное сообщество. У нас здесь очень хорошо. Мы всегда с улыбкой и вкусно готовим. И не забудьте, конечно, нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Мы их для вас снимаем каждый день. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, вот такого ароматного, аппетитного, ленивого пирога из кабачка с добавлением лаваша.